Всем привет, друзья! Вот и пришла моя очередная посылочка с интернет-магазина Edward.ru. Сейчас я вам немного похвастаюсь, что мне пришло. Пришло мне хономак от Tami, на него будет обзор обязательно. Пришел мне такой набор. Вот этот мотоциклисты. Пришла мне моя 34-ка для участия в ГБ. Буду ICM ГБ, если кто не знает. У нас в группе проходит групповая стройка, групп билд по моделям фирмы ICM. Приглашаем всех участвовать. Так, пришла мне вот такая жидкость фирмы Tamiya. По ней я сделаю небольшой видеоурок, для чего расскажу. Будет не очень стандартное применение ее. Вам будет интересно посмотреть, друзья. Так, также мне пришли стержни Tamiya и листовой пластик. Это вам буду в группе расскажу потом, для чего мне это нужно для одного очень такого интересного запила, скажем так. Ну вот, и все, посылка моя на этом закончилась. Так, всем спасибо за внимание. Ожидайте наших следующих интересных посылочек.